am emoții pentru că în curând voi absolvi și urmează să mă integrez într-un colectiv nou cu persoane necunoscute mie și de diferite vârste. Ce pot face ca să mă integrez cu succes? У любого человека есть так называемые soft skills и hard skills. Soft skills – мягкие навыки, hard skills – это так называемые жесткие навыки. Если вы хотите быть успешны в жизни, если вы хотите находить общий язык абсолютно с любым человеком, вам важно развивать социальные навыки. Самая важная, самая главная рекомендация для вас – это развивать так называемые soft skills. Где вы можете их развивать? Да везде. Вы идете в детский сад, и там вы общаетесь с детьми в группе, с воспитателями, с вашими учителями. Дальше вы идете учиться в школу, у вас тоже там есть разные виды деятельности, у вас есть проекты. Вы постоянно общаетесь с вашими коллегами, вы о чем-то договариваетесь, вы ведете бурную коммуникацию. Пожалуйста, включайтесь в нее, да, отстаивайте свое мнение. Учитесь быть гибкими, развивайте в себе вот этот вот ваш социальный интеллект, так называемый. Дальше вы идете учиться в колледже и так далее. В семье смотрите на своих родителей, как они ведут переговоры, как они решают конфликты. Если вам эта модель нравится, берите ее и используйте, то есть взаимствуйте ее. Если вам не нравится, как в семье решаются какие-то ситуации, найдите свою модель, подберите ту модель, которая будет вам комфортна и которая будет приносить вам максимальный результат в коммуникации с разными типами людьми. Особенно это касается работы. Я могу вам точно сказать, я работаю с огромным количеством компаний в Молдове, и очень часто, практически постоянно запрос следующий: дайте нам, пожалуйста, людей, выпускников, да, молодых специалистов с хорошо развитыми социальными навыками. Хардскиллам, жестким навыкам, мы их научим. То есть сегодня запрос у работодателя именно на хорошо развитые soft skills. Это ваша суперсила. Это то, что принесет вам большие результаты в вашей профессиональной деятельности, позволит вам построить классную карьеру, добиваться большого успеха. Informat, protejat de cei smart. Sunt influencerul în vieții mele, responsabilă, ocrotită de rele. Ce mi s-a întâmplat, tot mi-am asumat. Sunt informat, protejat de cei smart.